Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Я по радуге босиком. Зрители моего канала, сегодня я хочу вам показать лайфхак. Вот мы постирали нашу подушку и остался вот такой вот, я не знаю точно, как он называется. По-моему, синтепон. Это называется синтепон, а может и не синтепон. Но, в общем, это был какой-то наполнитель, похожий на синтепон. Он был в подушке. И, конечно, если мы не хотим это выбрасывать, мы сделаем новую подушку. Вечерком смотрим телевизор и всей семьей быстренько делаем. Поэтому что мы делаем? Вот, давай, показывай немножечко. Вот, мы берем вот этот синтепон и вот так вот начинаем распушивать, тянуть, тянуть. И вот так вот. И делаем такой пушок. Распушиваем, распушиваем. Точно так же можно распушить и шерсть, если у вас есть шерсть. Это я потом отдельное видео сниму. Возьму где-то шерсть и вам тоже покажу. Конечно, бывают специальные расчески, но у меня их пока нет, чтобы вам показать, как это можно сделать. И потом вот так вот ложите в подушечку. И у вас получается красивая, мягкая, пушистая, мягкая подушечка. Все легко и просто. Всего доброго. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, не дизлайки. Да, можно и дизлайки. Пишите комментарии. Пока-пока. Пока.